Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас такой ажурный узор, похожий на локоны. Вязать его легко. Вяжется просто. Ракурс состоит из 6 петель, плюс 2 петли и 2 кромочные. Рисунок повторяется каждые 24 ряда. Узор состоит из лицевых петель, изнаночных, накидов и протяжки. Как это делать, я покажу. Провязала 22 ряда, теперь приступаю к 23 ряду. Я взяла 3 раппорта. Значит, кромочная, не провязывая. Теперь надо сделать протяжку. Как это делается? Вяжем лицевую и протягиваем следующую петлю через провязанную лицевую. Далее у нас накид. Затем идут 3 изнаночные. 3 изнаночные. Лицевая. Снова протяжка. Если у вас не получается протяжка, ничего страшного. Можете провязать эти 2 петли через задние стенки. Не бойтесь экспериментировать. Возможно, вы станете автором нового узора. Так, далее накид. Изнаночные. Лицевая. Снова протяжка. Протягиваем эту петлю, не провязанную. Далее накид, 3 изнаночные и 3 лицевые. Четные ряды надо вязать по рисунку. То есть, если у нас лицевые, надо вязать лицевыми, изнаночные – изнаночными. Накиды тоже вяжем изнаночными. Описание узора, схему, условные обозначения вы можете посмотреть в конце видео или в описании ниже. Обязательно подписывайтесь на канал, девочки, комментируйте, предлагайте свои варианты. Каждый день будут новые узоры. Пишите, какие вам больше нравятся, ажурные или с косами. И так далее. Вот. И в конце изнаночная. Теперь узор надо повторять с первого ряда. Ничего сложного. Теперь первый ряд. У нас лицевая, изнаночная. Далее лицевые у нас идут. Раз, два, три, четыре, пять. Изнаночная. Далее лицевые. Раз, два, три, четыре, пять. Изнаночная и в конце лицевые. Второй ряд надо вязать по рисунку, как уже помним. Вот какая красота. Подписывайтесь, девочки. Ставьте лайки. Пока.